Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty или Котики вперед. Мы остановились на 19 уровне. И это у нас замок. Ну что ж, возьмем для начала нужные нам навыки. Это глаз и телепорт. В принципе, мне есть что заменить, хотя и не хотелось бы. Так, давай зайдем в костюмерочку. Кстати, друзья, смотрите, что я себе сделал. Узнаете? Костюмчик Картмана, да? В общем, я тут немножечко подшаманил. И вот теперь у меня вот такие вот костюмчики на котиках на наших. Так, надо сохранить на всякий случай. И что я хотел? Я хотел взять другие навыки. Значит, нам нужен глаз. И нам нужен телепорт. Телепорт поставим, наверное, вот сюда. Потом надо будет еще, скорее всего, нам перекусить по-быренькому. Ну-ка, подожди-ка. С перекусом давай-ка вначале зайдем в тренировочную. Тренировочная. Но у нас не очень так много рыбок, в принципе, накопилось, друзья, да? Но, тем не менее, стоит все потратить. Абсолютно все. Как говорится, нечего нам это все солить. Вроде бы все, я готов, друзья. Теперь надо будет единственное, что нам, перекусить и отправляться в бой. Ну-ка, сила умений 20%. Это то, что нам нужно. Все, друзья, я готов. Фух, 19 уровень ждет нас тут. Костюм Харли Куин, ну, как я уже говорил, Питер Пен, Пират Крюк, да, и все тому подобное. Ох, ёпарас, это ничего себе уровень. Ты посмотри, тут очень много телепортов. Так, надо будет смотреть все это дело. Пойдем вначале мы с вами понизу, как всегда, да. Ну что, роднулечки, попались, будем сейчас вас нахлобучивать здесь. Нам достается в первую очередь Питер Пен, да, и Капитан Крюк. Ну, давай, отлично, неплохо мы их. Ага, здесь надо будет опускать мостик, я теперь понял. Давай-ка мы тогда пойдем с тобой поверху. Хоп-хоп. Опачки, друзья мои, вы поняли, здесь ловушки есть. Это не есть гуд, потому что нам придется с вами кое-что поменять. А поменять для чего? Для того, чтобы видеть те самые ловушки, где они находятся. Ай! Это костюм Микки Мауса, я так понимаю, да, друзья? И почему-то он здесь один стоит, грустит. Ну, мы его нахлобучим сейчас быстренько. Надеюсь на это, да? Все отлично. Кстати, вот смотрите, внизу. Внизу. Да ладно. Слушай, мне вот это совсем не нравится. Тут такой уровень. Вот через эти штуки, друзья, мы с вами можем упасть. Поэтому что нам нужно будет сделать? Нам надо будет, по-моему, убрать один из навыков. Если мы... Ать! Если мы хотим с вами здесь вообще как-то проходить дальше. Черт подери. Вот это сложно, на самом деле, уровень. Но, тем не менее, интересный. Поэтому давайте, друзья, дальше проходить. Да пребудет с вами сила. А нужно больше тренироваться. И это я все без вас прекрасно знаю. Мы, кстати, еще в телепорт с вами не прыгали. Вот что. Ладно, давай мы, наверное, заберем у этих лисят костюмчики, которые у них имеются, да? Так, ага. Здесь еще нужно будет достать крюк. А здесь... кортик, да? Ладушки, это мы с вами дело быстренько сделаем. Давай-ка в телепорт сгоняем, посмотрим, что у нас там. Это куда это нас? Ага, наверх. Наверх. Блин, я же хотел, друзья, поставить. Ладно. После этого мы с вами обязательно все сделаем. После вот этого вот уровня. Правда, мы наверняка здесь далеко не уйдем. Ать! А смотри, как хитро они здесь сделали ловушечку. Я даже ничего там сделать не мог. Да. Нет, друзья, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Опс. И упали. Зашибись. Короче, меня это не устраивает. Вообще не устраивает. Поэтому давайте-ка мы с вами заменим. Давай уберем, наверное, пробивашку и поставим вот так вот. Кстати, вот этот глаз нам тоже, в принципе, как бы не нужен в данный момент. Потому что он нас очень сильно отвлекает. Отвлекает чем? Тем, что мы с вами просто падаем вниз. А я не хочу падать вниз, мне это совсем не устраивает. Давайте-ка попробуем пока без него, а там уже посмотрим. Может быть, попозже включим. В данный момент он нам вообще не нужен. Так, ну что, с этими ребятами мы сейчас быстренько с вами разберемся. По-моему, нам по последнему разику с ними надо подраться для того, чтобы заработать фулл сет. Ага, здесь полностью костюмчик и пират Крюк, ну давай. Вот так-то, совсем другое дело. Идем. Так, здесь нас разворачивают.
Естественно, мы с вами забираем рыбки. Подожди. Так я же вроде бы поставил бы на... Подожди-ка. У меня стоит, друзья мои, навык на опознание ловушек. А вот, здесь работает все. А как я должен, извини, я перепрыгнуть тут? Эй, орлы. Смотрите, друзья, вот здесь мы с вами спокойненько проходим уже, да? Мы не падаем с вами вниз. Угу. Здесь у нас опять очередной мостик, который нужно опускать. Вот я вижу вверху рычаг для него, для этого мостика. Да что ж ты будешь делать, а? Давайте мы вот этого вот Микки Мауса с вами подобьем. Потому что костюм тоже нужен, как ни крути. Но, по-моему, фулл сет, если я не ошибаюсь. Можно, в принципе, знаете куда? Можно в портал, наверное, даже прыгнуть. Наверное, мы с вами так... Нет, уже мы с вами ничего не сделаем. Хотя можно, смотри, как это делается. Хоба, и нас разворачивают. Ну, всего три котика, плюс у нас очень мало здоровья. Но, тем не менее, я прыгну в портал. Вот здесь мы с вами оказываемся. Ловушки, естественно, как же без них. Ну, пойдемте поверху. Ага, а вот и еще два новых, друзья мои, костюма. Харли Куин. А кто вот это вот? Что это за... Типа полицейские, но в то же время не полицейские, да? Ай-яй-яй, быстро нас тут раздавили. Естественно, заново. Я не собираюсь здесь сдаваться. Давай сразу в портал прыгнем. Мы сразу, значит... Блин, елки-палки. Ладно. Слушай, ну самое интересное, почему вот сейчас ловушка, а, друзья мои? Вот она должна была отметиться, но она не отметилась. Почему? Она даже не моргнула. Ладно, они меня просто провоцируют. Они меня провоцируют, ребята, на то, чтобы я психовал и гневался. А я не буду. Вот из принципа не буду и все. Вот здесь отмечается. А в тот раз почему-то она не показалась. Ладно. Ну что, Харли Квинн, ты готова отдать мне свой костюм? Ты обязана мне его отдать, понимаешь? Роднуля, обязана. По-другому и быть не может. Так, ну что, мы шмотки от нее забрали. Нам нужно еще забрать у нее парик. Двигаемся дальше. Кстати, сундучок. Очень даже мило. Очень. Так, а это кто у нас? О, это сам Робин, друзья мои. Сам Робин, собственно, персоной встретил меня. Получил за это. Капкан его накрыл. Так, мы получили его шест. Ну ладно, посмотрим, куда нас телепорт этот. Вот даже куда. Так, ладно. Ай! Нет, 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 ребята! Обалдеть! Кстати, вы заметили, что этот уровень какой-то очень сложный. Очень сложный, ну, в плане того, что здесь очень много нужно бегать. Я даже уже запутался, честно говоря, какие костюмы у меня есть, какие мне еще нужно получить. Хм. Ладно. Я думаю, что наверх нам по любасику еще нужно будет запрыгнуть, да? Потому что там костюм Харли Куин мы до сих пор еще не получили полностью. Сейчас вот если мы еще разочек с ними подеремся, то я думаю, что будет у нас фулл сет. Так, ну мы их сейчас уже практически победим. Ага, не фулл сет, мы только бейсбольную биту заработали. Так, значит нам придется еще разок с ними драться, ладно. Да как же так-то, Рэй, ну что ж так кривишь-то, а? Так, а вот у нас и Робин, собственно, персоны. Кстати, от него там нам тоже нужен костюм, я так понимаю... Два раза нужно драться. Во-первых, у него костюмчик, да, и маску еще нужно будет забрать. Так, здесь мы с вами появляемся тут. Ладно, давай мы попробуем с вами вот тут поверху пройтись. Нас разворачивают. Ага, и вот новые какие-то персонажи. С ними мы еще не дрались. Но не забывайте, что нам не стоит идти прямо, друзья мои. Прямо и понизу, потому что там мост не опущен, и мы с вами просто упадем. Нам придется сделать вот так вот. Хоп, разворачиваемся и идем в обратном направлении. Тут у нас уже финиш. Ну что же, неплохо. По крайней мере, мы здесь с вами не погибли. Кстати, вы заметили, что там надо было применять такую штучку, да, чтобы убрать все преградки. То есть вот этот вот навык глазик. Иначе мы с вами там бы не подобрали бы сундучок. И это уже настораживает. Так, ну с этими орлами мы уже драться не будем, поэтому пойдем понизу, наверное, да? Вот это тут, конечно, прикол. Как вот я тут... А, вот. Все-таки можно было перепрыгнуть.
Ясненько. Так, Микки Маус, ты, по-моему, уже полностью у нас получен. Я ведь не ошибаюсь? Да. Поэтому драться с ним бесполезно. Так, идем сюда. Давай-ка, наверное, с тобой рычаг этот активируем. Вот, смотрите-ка, рыбка там фиолетовая. С этими орлами мы еще разок с вами подеремся. Обязательно. Костюмчики нам нужны. Вот, видите, друзья мои, вот здесь вот мы не сможем попасть, хотя здесь телепорт есть. Но опять же непонятно, куда он нас телепортнет. Если я даже... Оп! Хм. Интересно. Но здесь-то понятно, я не смогу перепрыгнуть. Даже если мы предположим... Смотри. Странно, я, наверное, и даже без этого... То есть со своим навыком туда не смогу попасть. А как тогда быть? Очень-очень-очень интересно. Ладно, давай-ка мы сходим с тобой наверх. Вот сюда. Да елки-палки. А можно вот так вот сделать. И обманул. Так, рычажок. Ну, этот рычажок был активирован. Слушай, друзья, получается что? Получается, что всех героев мы практически с вами обнаружили. Единственная заковыка, которая у нас остается, это именно вот с этим не рычагом, а именно с навыком. Да-да-да, именно с навыком. Вот там вот телепорт. Мы сейчас с вами поделимся еще разок. Последний с Харли Куинн, да? Заберем у нее костюм. Что я делаю, елки-палки? Я пока тут разговариваю, я совсем забыл, что мне нужно понизу идти. Ай. Глупостями занимаемся какими-то. Ладно, пошли понизу уже, в конце концов. Вот сюда вот прыгаем. В телепорт. Подеремся сейчас с Харли Куинн. Последний разок. А, Робин. Там же еще Робин у нас. Елки-палки, я про него и забыл. Ну и остается только лишь смотреть, что нам не хватает. Так, давай быстренько их накумарим. Так, минусанули. Ага, минусанули, конечно. Ну, вот теперь отлично. Full set и тут тоже у нас full set. Так, остается лишь наказать Робина, да? Робин как раз тут у нас стоит и ждет меня. Погоди-ка, друзья, а вот как интересно мне наверх попасть? Видите, там тоже у нас телепорт. Очень интересно. Хм. Так, full set. Вот сюда мы попадаем с вами. Слушай, по-моему, там, да, там наверху тоже есть... А, вон даже где сундук. Ого. Так, ребят, сейчас мы с вами пойдем брать навык. По-моему, внизу нам уже не нужны персонажи. Мы уже получили от них все костюмы. Давай зайдем, наверное, в нашу гримерку, да, и посмотрим, что мы с вами приобрели. Так, модник. Получил я достижение. Ну что, Питер Пен, есть? Ох ты, смотри-ка. У него очень классная шапка. Забираем. Так, что у него по костюмчику? Так, ерунда. Ближний бой, ерунда. Так, капитан Крюк. Что у тебя для нас есть классного? Ничегошеньки, да? Харли Куинн. По-моему, тоже, друзья, ничего. Хотя вру. У нее бейсбольная бита, которая подходит моему танкуле. Вот сюда поставим. Тут шляпа. Ерунда. Костюм. Ерунда. Ближний бой. Нам не нужен такой. Так, Микки Маус. Ну, у него, как мы понимаем, вообще ничего путевого нету. Так, Робин. Опачки, у Робина... Ага, маска. Давай-ка заберем. Тут у нас костюм, смотри, дает 34 к здоровью, но зато минус 7 к атаке, это для моего танка. Мне это не нравится. И это тоже ерунда. Так, смотрим тут. Ну, как вы понимаете, ничего хорошего здесь нету. А этот костюм? Я... Так, подожди-ка, давай-ка мы, наверное... Я думаю, что возьмем все-таки вот эту вот шапку. Опачки, здесь мы возьмем костюмчик вот сюда вот. Ну и вроде бы как все, да? Больше нам ничего здесь не нужно. Так, остается нам здесь двух героев найти. Двух героев, так, сохранюсь на всякий случай. Ну что, возьмем навык тогда, да, который нам нужен. И поставим его вместо вот этого вот кроссовка. Вот сюда вот влепим. Теперь я пойду... Маленечко перекушу.
Слава богу, у меня денег хватает. Я могу себе позволить, да? Перекусить. Ну что же, побежали, нам нужно еще допройти. Кстати, вот что нам нужно, друзья мои. Вот этого костюма у меня нету. И вот этого. Как раз двух костюмчиков. Поехали. Я так понимаю, что они находятся вот. Вот они, скорее всего, вот эти два костюма. Также вот этих двух сундуков у меня, по-моему, нету. Сейчас будем с вами пытаться это дело заработать. Так, сейчас нас развернут. Нас разворачивают. Мы должны, по-моему, через телепорт, да? Все это дело сделать. Ну, поделимся с Харли Куин. Потом у нас будет Робин. Без этого никак нам туда не попасть. Главное там, друзья мои, не сплоховать. Ой! Вот о чем я говорю. Я совсем забыл. Я совсем забыл, что у нас с вами нету возможности ходить по этим плитам. Потому что у нас супер навык взят, вот этот вот глаз. Поэтому не стоит об этом забывать, и надо будет все это дело перепрыгивать, конечно же. Так, хорошо, подготовились к этому делу. Опа, отлично. Так, ну что, драка у нас первая. Давай мы с ними подеремся по-бренькому. Хотя и не нужны они нам вовсе, да, согласись. Подожди-ка, а разве нам поверху нужно идти, а не понизу? По-моему, нам надо понизу, хотя и поверху тоже. Сейчас проверим. Вот здесь всю... Ай! Блин, да там, там очень тяжело будет так на самом деле играть. Без вот этих штук, ладно. Давай, знаешь, что попробуем с тобой? Опустить вот этот мостик и пойти понизу, потому что... Потому что вот та вот штука, где нам надо перепрыгивать, да, сундучок, он находится именно внизу. Ну там столько прыжков надо сделать, я вряд ли, друзья мои, справлюсь с этим делом. Как будто у меня есть выбор, да? Оп, я прям как этот. Оп, опустил, да, мостик, опустил, друзья мои, мостик. Тут главное не упасть. Тут самое главное не упасть. Вот так вот. Подожди, а как я... Ай! А как я там должен был сделать? Блин, сложно, очень сложно. Еще разок. Блин, я, наверное, в этом уровне застряну надолго, мне кажется. Пока допетрю, как тут нужно это все сделать. Так, опускаем с вами мост. Мне просто надо взять тот сундук, который там лежит, и успокоиться на этом. Там уже будем думать о другом, как нам попасть наверх. Так, ну здесь-то понятно. Хоп, все это перепрыгивается. Опускаем этот мостик. Опускаем этот мостик. Здесь нас разворачивают. Просто нужно очень быстро реагировать на это все дело. Так, получилось, да? Смотрим, друзья мои. А, нам с этим придется драться. Хорошо, давай подеремся. Вот здесь, друзья мои, мы с вами перепрыгиваем и залетим в телепорт. Как раз, может быть, телепорт нас отправит к тем новым персонажам, с которыми нужно будет еще подраться. Я, по крайней мере, на это надеюсь. А ну-ка. Да что ты будешь делать? Так, ребята, наконец-то я прыгнул сюда. Ну и куда мы? Ага, ага, я, кажется, понял. А вот те как раз персонажи нам и нужны. Вот с ними мы еще не дрались. Ну что же, друзья, в принципе, я разобрался. Но здесь нам придется аж три раза сюда к ним попадать. Представляешь? Три раза. Потому что здесь нам нужны эти костюмы. Ну что же, по крайней мере, мы уже знаем, как сюда попадать и что для этого нужно сделать. Как раз и сундук мы с вами забираем. Все. Загадка разгадана, друзья мои, разгадана. Так, теперь остается что? Теперь остается только лишь просто-напросто пройти эти уровни, да? По нескольку раз. И все, у нас будет тип-топ. Мне нравится вот этот костюм робота. Ну что же, нормуль. Нормуль. Давай, наверное, еще разочек мы с вами пробежимся. В общем, друзья мои, смотрите, это делается все вот таким вот образом. Долго, ничего не могу сказать, но прогрессивно. В первую очередь нам нужно что? Опустить мостик. Вот этот мостик мы с вами опускаем, самый первый, да? И идем, конечно же, к нему. Здесь надо будет не сплоховать, перепрыгнуть. Вот, ну, я сплоховал. Здесь собираем пока рыбки, здесь перепрыгиваем. Да что ты будешь каждую ловушку теперь, что ли?
хватать, а? Котик. Здесь опускаем второй, друзья мои, мостик. Второй. Не забывайте, что здесь можно упасть, поэтому действуем очень-очень аккуратно. Перепрыгиваем. Вот здесь тоже можно упасть, поэтому вот так вот все это проходится. Фух, с замиранием сердца. Деремся с этими охламонами. Костюмы нам от них не нужны, потому что они у нас полностью получены. Но драться с ними в любом случае нам приходится. Ну-ну-ну, упали. Так, здесь теперь будем учиться перепрыгивать, да? Ай! Друзья, вот здесь была моя глубочайшая ошибка. Глубочайшая ошибка была в чем? В том, что там нужно было вот этот телепорт перепрыгивать. Поэтому давайте-ка заново все это сделаем. Да, нудно, долго, да еще и опасно. Ух, ладно, ребята, давайте, наверное, увидимся, когда я смогу последний раз уже с ними подраться. Ну что, друзья мои, летим. Это наш последний бой, правда, у меня всего лишь 3 котика, но я думаю, что этого мне будет достаточно, чтобы их отмутузить и забрать их шмотки. Так, проверяем. Тихо-тихо-тихо, успокойся, пожалуйста. Кто это такой вообще? Что это за сплинтер тут мне еще появился? А этого что, глюкнуло, что ли? Задом наперед стал бегать. Так, друзья, последний, наверное, удар. Ну, по-моему, все, фулл сет, и этот уровень у нас пройден с вами на 3 звездочки. Сейчас мы с вами это проверим. Ну что, нажимаем сюда далее. Да, друзья мои, 19 уровень пройден на отлично. Ну что же, пора нам посмотреть, что здесь за костюмчики мы с вами получили. А ну-ка. Так, ерунда на самом деле. И вот это тоже ерунда. Ну а у тебя что? Да ладно. А нет. Хотя да, друзья, я думал, что... Смотрю, просто прибавочка идет. Но это ближний бой. Для дальника мне это совсем не нужно. Ух, ну что, у нас 20-й левел. Слушай, по-моему, мы скоро с вами пройдем игру. Может быть, даже уже вот-вот. Так, я так понимаю, последний будет уровень где-то вот здесь, вот в замке, да? Так, ну что ж, давай посмотрим для начала, что нам нужно. Так, лапка, царапка. Ну, возьмем тогда вместо телепорта. Ух ты, смотри, какой прикольный костюм. Но это Капитан Америка, это однозначно. Это я не знаю, кто такие. Хм, что это за... Вот остальные костюмы я просто не узнаю. Особенно вот этот вот непонятный. Так, ладно, берем с вами, значит, лапку. Навык такой, да? Лапку. Лапка, 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 ты где у меня? Лапка, надо сюда зайти. Вот она, лапка, и возьмем, наверное, вместо телепорта. Ну, на... Если не понравится, друзья, заменим. Заменим, нам несложно. Фух, перекусик легенький, да? И побежали. 20-й уровень. Опять же, это у нас все еще замок. Тут будет 4 сундука. Поехали. Сколько? Посмотри, сколько нас ожидает здесь врагов. Воу. Это, ребят, далеко не кисло. Ты посмотри. Слушай-ка, по-моему, здесь уже пошел какой-то повтор. Мы с этими ребятами уже дрались, с этими гаврюшами, так сказать, да? Ладно, сколько у них там? Ну, здоровья, в принципе, у них не так уж и много. А, отлично, с этими разобрались. Размер не имеет значения, я получил, ребят, достижение. Так, здесь еще, видимо, где-то надо брать ключи для того, чтобы можно было открывать ворота, да? Замка. Ну, в общем, вы поняли, двери. Для того, чтобы открыть нам двери. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, какие они мощные. Так, хорошо, ладно, мы что-то с вами открыли. Что это за Соник, ё-моё, в конце концов, с рапирой здесь бегает. Ты посмотри, как он наказывает, а? Ты посмотри, что он делает. Ага, вот первый ключ наш. Слушай, этот замок будет, наверное, очень сложным для меня. И мне кажется, что я без супершмоток здесь вообще ничего сделать не смогу. Так, открываем, предположим, двери. И тут еще четверо. Слушайте, друзья мои, вам не кажется, что моя команда здесь должна быть, ну, просто имба? Со столькими количествами вражин справиться, ну, я не знаю просто, как тут вообще это можно все сделать? Их здесь чересчур много, ты понимаешь? Не просто много, а вообще их тут тьма. Ты представляешь, здесь четверо. Потом мы там с двумя деремся, еще четверо. Я даже не знаю, как и быть. Что я могу тебе на это сказать?
Здесь нужно, наверное, друзья мои, все загадки, все ловушки, все секретики открыть для того, чтобы мы смогли с вами получить супер элитные шмотки. Наверное, здесь они есть, я больше чем уверен. И только после этого нам этот уровень поддастся, так я скажу тебе. Другого варианта я пока не вижу. Ладно, друзья мои, ну тут жестко очень. Ну, давай еще один разочек пройдем. Если у меня не получится, ты посмотри. Ты посмотри просто, сколько нам... Я отвлекся маленько. Сколько их там наверху, здесь сколько их ждет. Перепрыгнуть я через эту орду не могу. Каким-то невидимкой стать я тоже не могу, чтобы пройти мне. Грустно это осознавать, конечно, все. Хоть у них, да, и здоровья не так много, но и само количество меня просто удивляет. Зачем так делать? Я боюсь даже представить, друзья, что будет происходить в самом замке. Куда мы с вами направляемся? У нас пока территория замка, но не замок сам. Ты представляешь? И у них здоровья, ты видел сколько? У них здоровье тут просто опупенно. Да, я не спорю, здесь нужно какие-то применять артефакты, да, на определенные костюмы, чтобы они были имбой. Может быть, во, смотри, как получили. Практически фулл сет. Там, ты посмотри, там наверху, здесь два персонажа. Не, друзья, это мне не под силу. Вот в данный момент мне это не под силу. Тут четверо стоит. Да, друзья мои, это жесть, это жесть. Это нужно качаться, качаться и еще раз качаться. Не, друзья, не в этот раз. Я попробую, знаете что, в ближайшее время пройти вот этого босса, может быть даже вот этого, получить от них, может быть, какие-то шмотки, бонусы. И уже после этого мы с вами увидимся. Да, после этого мы с вами увидимся и попробуем пройти. Так, я что-то новенькое получил? Хоть что-нибудь, нет? Ну-ка, ага, вот, здесь уже фулл сет. Давай посмотрим. Так, шапочка подойдет моему дальнику. Костюмчик подойдет. Никому не подойдет он. И оружие ближнего боя тоже не нужно. Ну что ж, друзья, получилась немножко короткая серия. Но, хотя, знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Давай попробуем сейчас подбить вот этого босса. Нам же еще последний раз осталось, да, его бомбануть. Давай попробуем. Ну, не получится, так не получится. Так, нам нужно взять что-то против босса. Это где-то два дополнительных... Может быть, два умения. Урон против боссов 20%. Ну, вот это самое оптимальное для нас, понимаешь? Мне не хватило в прошлый раз совсем чуть-чуть для того, чтобы его подбить. Совсем чуть-чуть. Давай попробуем, может быть, что-нибудь все-таки получится. Фоксер. Так. Ладно. Ох, что бы нам повезло, друзья. Хоть бы нам повезло. Да, я не спорю, будет очень сложно, но попытаться надо. Надо попытаться. Так. Ох, елки ты палки, как он бомбит, а, друзья мои, как он бомбит. Слушай, кстати, вот я, вот этот вот, кстати, в неуязвимости очень хорошо стоит, в плане того, что он урон не получает. Успеем, ну, если постараться, друзья, мы сможем его подбить. Осталось совсем маленечко здоровья, у нас, кстати, тоже у котиков не очень много. Ай, вряд ли. Этот котик у меня вряд ли сможет. Но можно, знаешь, что сделать? Ты... Ай, совсем чуть-чуть ему не хватит. Совсем чуть-чуть. Знаешь, что мы можем с тобой сделать? Я тебе сейчас покажу. У нас навыки с тобой, ну, не очень хорошие, согласись. Если мы, например, с тобой возьмем... Сейчас посмотрю я, какой лучше взять навык. Так, пробивашка. Пробивашку можно... Можно взять, а почему бы и нет. Пробивашку возьмем. Так, лечение всех, это ерунда. Дать каждому. Так, урон одному врагу. Вот это можно взять. В принципе, вот от этого пока толку нет никакого, да, мы можем сделать вот так. Попробуем с тобой, а? А почему бы и нет. Давай-ка рискнем, вдруг у нас все получится, и мы сможем победить этого Фоксера. Ох, если мы его победим, друзья. Ох, если мы его победим, что нам дадут, я не знаю. Надеюсь, что-нибудь хорошее, прекрасное, полезное. Ну, а пока начинаем развлекаловку. Ох ты. Ты посмотри, как у нас... Как у нас...
урон возрос, ё-моё. Вот это да. Вот это, ребята, зашибись. Смотрите, мы его просто дамажим по жесткачу. Он сейчас сдуется у нас. Вот что я тебе хочу сказать. Ну, надеюсь, мы не сдуемся быстрее его. Вот и все. Принцесса в другом, чего там? Непонятно, что там она. Друзья, мы с вами прошли этого босса полностью. И нам досталась какая-то шмотка. А что за шмотка? Как новинка, да? Вот. Ёлки-ты-моталки, друзья. Вы посмотрите, какую дает колоссальную прибавку. Хо-хо-хо-хо. Танку моему это просто вообще имба. Кстати, ну я не буду танку брать. Я возьму, наверное, для дальника, да? Потому что дальники у нас очень быстро гибнут. А я хочу, чтобы они жили подольше со своим-то дамагом. Давай вот так вот сделаем. Вау. Имба. Слушай, а один костюм только дается? Если я вот, например, еще разок пройду. Скорее всего, да. Больше мы с вами ничего от него не получим. Так, а интересно, а вот этого босса я смогу одолеть? Давай попробуем, хотя, мне кажется, вряд ли. Ну, попытаться-то можно ведь. Фокс-зилла это у нас. Фокс-зилла. У нас с вами, по-моему, бонус-то еще действует, ведь так? По-моему, действует еще. Так, ладно. Ну, это у нас какая? Это вторая стадия, да? С которой мы с вами встречаемся. Сейчас мы попробуем его раскумарить. Кстати, вот неуязвимость надо ставить все-таки на танка. Потому что он бомбит именно по танкам. Так, ну что? Погоди-ка секундочку. Погоди-ка секундочку. Далее. Вот этот костюм. Это что, у нас ближник, что ли, получается? Друзья, я, честно говоря... Блин. Я не так хотел. Мне нужен был дальник один. Зачем мне три ближника-то? Ну-ка. Давай тогда мы с тобой... Все это дело поставим вот сюда. Ой, Котя, Котя, а тебя придется опять заново переодевать. Хм. Нет, этот костюм нам... Друзья мои, вот эти вот артефакты, да, я получил базу данных на английском языке. Я, правда, ни черта не понял. Говорят, вот эти вот кристаллы нужны для Соника. А где у нас костюм Соника? Это у нас игровой персонаж, да? Значит, где-то здесь должен быть Соник. Ну, давай посмотрим. Хотя, на самом деле, я думал, что эти кристаллы... Ну, вот, Соник у нас, да? Предположим, я надеваю полностью костюм. И вот так, ну-ка. Точно, друзья мои. Хотя, я, честно говоря, думал, что вот эти кристаллы это для Таноса. Не знаю почему, но вот так вот мне показалось. Слушай, прибавка-то хоть большая, нет? 91 к урону. Но в принципе неплохая. Ну что же, давай, наверное, тогда посмотрим, сможем ли мы с вами победить этого Фокс-Зилу еще раз. Нам надо еще два разика его подбить, и все будет у нас хорошо. Так, моя команда готова. Иди ты, Фокс-Зила. У нас, по-моему, ребята, баф кончился, да? На урон. По-моему, да. Так, и все-таки все равно у меня, да? Это тоже ближник стал. Ай-яй-яй, то есть у меня только один дальник получается. Один дальник. Ай-яй-яй, смотри, что он делает, а? Лютует парень не по-детски, просто не по-детски. Одного котика мы с вами уже потеряли, к сожалению. Одного котика потеряли. Но... Все равно мы его победили. Остается еще разок его забомбить. Фух, давай-ка проверим. У нас точно кончился баф? Нет, друзья мои, баф еще до сих пор держится. Ну что, рискнем? Рискнем. Давай, погнали. Нам терять, как говорится, нечего. Фокс-Зилла. Поехали, друзья мои. Конечно же, все активируем. Ой-ой-ой, какой он лютый, лютый, прям вот ужас. И здоровья-то у него сколько, а? Ты посмотри. И бомбит, бомбит без остановки. Так, друзья, пол хп отняли, но у него... Точнее, у моих котят тоже здоровья не так уж и много. Потеряли. Двух котят уже потеряли мы с вами. Трех. Слушай, ну здесь он какой-то лютый.
Здесь этот парень просто лютовщик. Давай, знаешь, что с тобой сделаем? Попробуем поменять навыки. Навыки, давай-ка мы... Что бы тут сделать-то такого? Я, честно говоря, даже не знаю. Давай попробуем, может быть... Неуязвимость, это, конечно, хорошо. Пробивашка, это тоже хорошо, да ведь? Меч-кладенец. Ну, у нас же будет что? У нас, смотри, урон каждому врагу, да? Ага, урон каждому... Слушай, давай попробуем вот так, может быть, сделать. Урон каждому врагу сила 235%. А тут критический удар, сила 200%. Слушай, давай попробуем вот с этими рыбками, друзья мои. Если на постоянку это будет работать, то, скорее всего, мы сможем победить. Если же нет, то пардончи. Проверочка. Оу, да он просто рыбками бросается. Нет, так дело не пойдет. Я, честно говоря, думал, что будет что-нибудь другое. Рыбки эти, это не то. Сейчас опять, по-моему, нас тут отмутузят. Мне так лично кажется. Не хватает, да, у меня силенок с ним справиться? С этой Фокс-Зиллой. Да, друзья мои. Урон намного меньше, и, как видишь, он пробивает меня. Совсем-совсем капельку не хватает. Что можно еще придумать? Бафаться я могу только один раз, так ведь? Да, давай-ка мы уберем этих рыбок. Они мне совсем не понравились. Какая-то ерунда на самом деле. Телепорт этот на него, я думаю, действовать не будет. Так, а если я вот сделаю таким вот образом сюда... Сюда. Атаки на 5 секунд. Сила 30%. Бонус всем. Бонус всем. Ну что, рискнем, друзья мои. Ну, последняя попытка. Если не получается у нас, ну, будем как-то дальше качаться, развиваться, искать новые костюмы, шмотки и так далее и тому подобное. Так. Да давайте вы бомбите. Что же вы... Очень хорошо идет все, друзья мои. Но он не дает просто вот. Не дает покоя моим котятам. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же он лютует, а? Друзья, как же он лютует. Смотри. Уже. Если бы от этих снарядов можно было бы хоть как-то избежать. А у меня не получается, друзья. Но зато моему здоровье уже понизили до 1600 с копеечкой там. То есть вот-вот он сдастся. Я считаю, что нам нужно с вами что сделать? Применить вот эти вот артефакты. Так, вот этот вот костюм случайно не на Робина? А ну-ка дай-ка кое-что гляну. Мы с вами недавно получили Робина, так? Робин это, по-моему, фильм, да? Персонаж фильма. Хотя это и игровой тоже персонаж. Ну давай посмотрим его здесь. Робин, Робин, Робин. Мы только что же вот буквально в этой серии его получили. Так, это аниме, это нам не нужно. Так, это мультики. Значит, игровой персонаж, по идее. Робин, ты куда спрятался от меня, а? Покажись. Я тебя что-то... Вот здесь я не вижу его. Здесь, что ли, ты ныкаешься? Нет, здесь я его почему-то тоже не вижу. Странненько. Тогда, может быть, тут? Вот Робин, да? Ну, прикинем, да? Я вот сюда вот сбрасываю. И попытаемся. Ага, нет. Друзья, по-моему, вот я брал костюм Бэтмена. Где он у нас находится? Костюм Бэтмена. Так, Бэтмен. Это у нас, по-моему, все игровые персонажи. Бэтмена здесь я не вижу, не наблюдаю. Так, это мультик, фильм, может быть, фильм. Может быть, он где-то здесь у нас спрятался. Да ладно тебе, Бэтмен, покажись. Вот. Но ведь это же Бэтмен. Или нет?
Или вот это, но это точно не Бэтмен. Ладно, в любом случае, смотрите, друзья, берем эту штуку, да? И не срабатывает. Почему? Опачки, кстати, у нас же Харли Куин, да? Мы же ее получили. Тихо, секунду, Харли Куин, я как раз вижу для нее шапку. Так, секундочку, секундочку. Сейчас, друзья, мы с вами кое-что посмотрим. Может быть, вот она, Харли Куин. Я больше чем уверен, что это для нее. Опа, на, ты посмотри. Ага, это у нас опять же ближний бой. Опять же ближний бой. Для кого это кирка? Из Майнкрафта, наверное, кого-то, да? Тут очень много ребят. Вот покебол, по идее, должен был подойти для... Где этот у нас? По-моему, тут, нет, не тут. Игровой персонаж. Вот для него я думал, что для Терри. По-моему, он же, да, был в бейсболочке, в этом костюмчике. И именно он, ну, ловил своих покемонов этим самым покеболом. Но я применял, почему-то не действует. Так, ну что, друзья, вроде бы как бы вот подросли маленечко. Может быть, попробуем сейчас. Я вот сохранюсь. Сохранюсь и... А, у нас же еще, наверное, можно потренироваться маленечко. Там совсем капельку нам не хватало, да? Давай, наверное, мы с вами вот в дамаг все пустим. На этот раз. Чтобы, ну, как говорится, ну, прям вот имбово бомбить. Не знаю, будет ли от этого какой-то толк. Так, посмотрим сейчас с вами, что у нас там с едой. Еще 2 минуты есть. Это урон против босса. Ух. Рискуем, друзья мои, рискуем. Наверное, надо было, конечно, немножко другие навыки взять. Ну, фиг с ним. Посмотрим. Погнали. Давай, 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 друзья мои, бомбим, бомбим, бомбим. Хоть бы все получилось, а. Мне кажется, вот я зря взял вот эту вот хилку, потому что, ну, толку от нее вообще никакого нет. Вот этого хилку, она нифига не хилит. Ты заметил, наверное, да, тоже? Минус котик, друзья, минус один котик. Минус второй. 1366 здоровья. Бедный котик мой. Смотри, осталось 961 урон. Слушай, подожди к секунду. Давай-ка мы с тобой... Ух, меня же прям в азарт взяло. Давай-ка мы с тобой поменяем. Я возьму все-таки неуязвимость вместо хилки. Стоит ли это делать? Я думаю, что стоит. Вот так вот попробуем. Только неуязвимость мы поставим, наверное, знаешь куда? Вот сюда вот, самому такому лютому чувачку, да? Так, а сюда мы поставим вот так. Попробуем вот таким вот образом. Нам просто нужно с тобой как можно больше нанести урона для того, чтобы его подбить. Поехали, друзья, поехали, будем смотреть, пытаться пробовать. Так, почесали. Почесали, почесали, почесали. Бежим, не расслабляемся. Блин, этот Шреддер очень медлительный. Он очень медленно идет. Пока он дойдет. Ну, котики, ну, котики, ну. По-моему, нам без хила никак. Почему неуязвимость не действует? Почему не действовала неуязвимость? Она что? Ну! Да елки-палки, не хватило. Слушай, подожди секунду. Нет, 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 мы его сегодня должны пройти. Нам не хватило буквально чуть-чуть. Ты видел, там 95. Это для урона. Может быть, нам придется вот этот кроссовок убрать. Может быть, нам придется этот кроссовок с вами убрать, потому что, ну, ерунда какая-то на самом деле. Так. Ну, почему-то вот по 160. Раньше мы с вами критовали покруче, согласись. Давай так попробуем. Ну, совсем маленько осталось. Ну, господи, ну. Котики, котики, вперед. Есть! Друзья мои, гра, достижение, вау. Ух, новый костюмчик, я хочу посмотреть, что это за супер-пупер костюм, где он, а, в новинках. Так, смотри-ка, он подойдет для дальника. Хотя на самом деле это ближник у нас получается, да? Ой, ну, у меня выбора нету, друзья, конечно, я буду брать его, брать вот так вот.
Ух. И вот таким вот макаром нам нужно с вами стать имбой для того, чтобы мы могли с вами проходить последние уровни. Ой, да, сложновато. Ну а что поделаешь? Другого выбора нету. Ну что ж, друзья, на этой ноте я, наверное, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!